сняли занавески, стирку, помыли все окна, пылесос купили промышленный, чтобы здесь убираться. Так, коридор у нас вообще весь уже полностью отшпаклеван, весь отгрунтован, все уже готово под обои. Сейчас подсохнет грунтовочка и можно будет клеить. Приклеили плинтуса, это первый слой покраски, пока видно, что еще не до конца все это прокрашено. Убрались в ванной, выгребли вот такой мешок с мусором, сюда потестили пылесос. Завтра будем сушить вот это все дело, смотреть, не течет ли откуда эта вода. Вот, туалете все готово уже. Туалет уже у нас полностью готов. Убраться осталось. И в ванной идет процесс. Выкинули там тумбочку, заказали новую, поменяли шланг газовый на более длинный, удобный. И тут вот частично идет уборка. Уже окно помыли, занавески, стирку.